Про Иванова Алексея говорим, он нам на вентилятор постоянно подкидывает. Запах чуете? Обидно, что Алексей, конечно, выиграл. Очень обидно. Какого, может быть, отношение к человеку, который пользуется жалостью? На мой взгляд, это оскорбление даже по отношению ко мне, к 18-летней девочке, вот и все. Я волновалась, что меня могут выгнать. Хочу поблагодарить от всего моего широкого сердца каждого, кто проголосовал за меня. Это женские инсинуации плюс голод. У меня был очень классный пост, который начинался: «Братья и сестры, поможем брату Алексею Славянскому в миру Иванову». Голосование на сайте «Блокнот». Это от нервов многим не понравилось. Конкурентам пожелаю жить в мире с собой и гармонией.